Твой шанс, твоя судьба, твой шанс, и ты звезда. Ты с нами сцену покоришь сейчас и навсегда. А на этой сцене продолжает нашу программу крайне неординарная творческая личность. Друг нашего проекта. Встречаем «Ведьма Рая» под ваши аплодисменты. 28-й пиар-вечеринка. Зачем вы за мной ходили? Зачем было так пугать? Когда шла по Пикадилли, зачем было шаль срывать? Вы вырвали ворот шубы, и, глядя в мои глаза, хотели вы вырвать зубы, а их вырывать нельзя. За мной ушел Щикатило, я шла, ускоряя шаг. Машина мимо катила и сделала все не так. Она, толкнув Щикатило, спихнула его во враг. Машина не пощадила, попался он сам впросак. Всю ночь протряслась от страха, к утру я пришла в себя, пришила свой ворот к шубе и шаль отыскала вся. Опять я на Пикадилли шагаю, набросив шаль. Зачем вы за мной ходили? Зачем-то мне вас не жаль. По улице Пикадилли иду, замедляя шаг. Свалились все Щикатилы, глубокий большой овраг. Если б знал Щикатило, что каждый ужасный шаг, чем чаще ближе к могиле и дальше уже никак.